Всем привет, народ! Меня зовут Николай, и я продолжаю играть в Mortal Kombat. И сегодня я решил поиграть бойцами из повторных этих испытаний. Да, вроде бы вышло последнее обновление. Вроде бы мы все получили предательницу Таню, карающего Бараку. Блин, хоть тут и написано «Кара Барака» почему-то. Хотя везде написано «Карающий». И Ассасин Джейд. Все они у меня не прокачаны, как видите, приблизительно одного уровня, приблизительно одного урона. Ну, немножко Джейд у меня тут за счет амуниции вышло вперед. И вот пришло время ими сыграть. Люкен. В бой. Пришло время сыграть ребятами, на которые сейчас активно идут повторы, активно их можно покупать, прокачивать, шмотки, все дела, и пользуемся багами. Блин, давай, бей, есть. Вот решил ими сыграть. Чпокс. И тут неожиданно для себя я решил смениться. Черт, надо было глянуть, что там за бойцы против меня, но я уже давненько туда не заглядываю, только смотрю, что на них одето, а на слияние и на все это я уже давненько не смотрю. Походу, видать, ребята были не особо крутые. Оу-е! Ну, я не буду всеми этими тремя ребятами, у всех их мне шмотки не до конца прокачаны. Это Бараки там, что он там носит, Таня и Джейд. Где-то у меня 4-5 слияния их вещи, и до 10 я не буду. Я как подумал, сколько раз это нужно его пройти, даже если я его буду сбрасывать. Просто времени жалко. Реально на это жалко времени. Поэтому будем надеяться... Блин, какой-то дежавю, ну один в один Люкен. Поэтому будем надеяться, что рано или поздно, может за награду в войнах фракций, может еще как-нибудь, я эти недостающие вещи получу. К тому же, я ими по-любому не пользуюсь. Оу. Хоть она и горит, но зато защитилась от такого. Так, и на этот раз я все-таки выпущу этого бойца. Чпокс. Для этих целей, которые я хотел еще первый раз. Ну, там, блин, соперник загнулся с первого же спецприема. Уе, Антонио получает. О, на тебе еще Антонио. Так, Антонио, надеюсь, у тебя там не вкачаны таланты. Уе. Уе. Две подружки, блин. Две подружки. Мать! Ух ты, блин, нифига себе. Чпокс. Танюшу мы оставим на потом. К тому же я уже забыл, что я там на них подевал. Ах ты гад. Давай еще разок у тебя силу заберем и выпустим Таню. Оу-е. Я запретил ему меняться. О, может Таня его так завалит, даже без спецприема. Ну так и сделаем. Зачем рисковать? Вдруг появятся таланты. Ту-ду-ду-ду. А, кстати, смотрите. Помните то, о чем я говорил? Вы видите Таню? Может качнуть или не надо так делать? М? Это, конечно, будет нечестно по отношению к сопернику. Хотя, как сказать нечестно? Соперник 7-го слияния. 7-го, да? 50-го уровня, да? Помните то, о чем я говорил? Смотрите, 29-й уровень. Конечно, жалко. Лучше бы, чтобы он был 39-й. Я бы тогда 10 этих фиговин, вот этих новых уровней, только чпок, чпок, чпок. И все, пару битв, и она у меня 50 уровня. Но тут нужно аж выкинуть 20, а я такой жадный, у меня их 215 штук, и мне так их жалко, блин. Мастер единоборств, внешний мир, ух ты, ты мастер единоборств, не часто я сюда захожу. Ну, даже не знаю, потратим или нет, все-таки такой шанс... качнуть ее и забыть навсегда. Давайте сделаем. Давайте. Оп-па-па-па-па-па. Сколько? 2, 3, 4, 5. Как же долго, блин. Вышел зайчик
погулять. Да ёкаламена, как это все медленно происходит. Нельзя, чтобы эта полосочка быстрее ползла. Придется это вырезать, ребята. Да не, шутка, мы не будем это вырезать. Это супер нечестно, читерско и вообще, как я низко пал. Но с другой стороны, я реально запарился. Интерес к игре по Майлёху ускальзывает. А цель я все еще свою так и, ну вы поняли, не получил. Цель-то мою вы знаете? Цель, ух, у Николая цель. 50 уровень в 7 и 7 слияние. Вах. Это было, блин, нечестно. Это было нечестно. Но у меня сегодня такое настроение. Играть нечестно, Джейд. Блин, че ж вы только уровни пополучали. Ну ладно. Таня внезапно всех догнала по урону. А по жизням так вообще. Ну что, Сея? Готовься. Ах, как это было подло. Как это было подло. Надо же куда-то вбухивать все, что они мне дают. Че, Рейден, не будем мы тянуть до второго приема. На тебе. Да ты че? Упс, отменим. Да ты че? Так, кого мы натравим на этого парня? Давайте Таню натравим, глянем, что она у нас сильно прокачалась. А ну иди сюда. Ух ты, вы видели, исчез этот самый. Ее посох. Ух ты, я вижу, у нас тут любители этого самого, критов. Вот смотрите, у Бараки тоже такая же фигня есть. Ну типа, блин. Не критов, я уже забыл, короче, удачи. Ох, как больно. Ну я тут просто балуюсь. Тут шанса у соперника нет, просто балуюсь. Давай, Рейден. Третий разок. Ух ты, какой ты крепкий. Атакуем, падлу, атакуем. Невзирая ни на что, атакуем. Уе. Эд Бун заорал. Иди сюда, валим в блок, пофиг, там у нас у всех собрался второй спецприем. Давайте еще натравим. О, тут еще кто-то, у нас есть живые. Пока Кенши. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Что это такое желтое вокруг него было? И еще разок. Бемц. Блин, его спас талант. Но почему жизнь несправедлива? Так, битва, в которой я баловался, прошла. Кстати, о том, что... Да, вот она получила 50 уровень. И вот сейчас не будут круче соперники. Они уже подобрались заранее. Вот эти ребята уже были подобраны изначально. То есть я хоть даже выключу сейчас интернет, у меня и дальше игра будет идти. Так что, знаете, когда вы нажимаете, выбираете 3, 5 или там 7 битв, то сразу же все 7 бойцов готовы. Все 7 бойцов готовы и можете смело выключать интернет. Правда, у вас счет не будет идти в войны фракции, но битвы вы закончите. Давайте глянем на эту Таню. Таня. 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 Соперник силен. Ох, как силен. Ну чё, Таня? Тут мы не будем церемониться. Сразу снимаем щиты, все дела. Так как, блин, слишком... Слишком они опупели. Так, у меня тут все должны быть представителями внешнего мира. Я хочу видеть длинное комбо. Не-не-не, не то. Хочу длинное, длинное хочу. Или валить ее уже. Давайте на этой попробуем. Или не попробуем. Чё за на? У меня там уже было нажато. Так, одним сразу же с... спецприемом мы забираем, блин, щит, забираем силу и продолжаем ее задрачивать. Ха-ха-ха. Кричит моя Танюшка.
Да ты чё, она тут 50-й уровень получила, ты, блин. Тетка в ушанке. Ух, как... Hello. О, первый раз я такое слышу. 2,5 года, ребята, задроста в Mortal Kombat. Первый раз я такое слышу. Hello, Джонни. Hello. Шпокинс, так, мы видим сегодня расширенное комбо Бараки или нет? Ух ты, блин, как четко я его атакую. Вон, вы посмотрите, какие мы выписываем удары, блин. Так, я жду комбо. Давай, комбец, крутой комбец. Давай, Барака, крутой комбец. Блин, какая-то лажа. Барака, все не то. Ух ты, ё. Блин, ну придется Джонни убить как-то по-другому. Но я хочу комбо. Почему не получается? Я не пойму, там что, блин, не представители внешнего мира собрались? О, ну наконец-то. О, да, вот это я хотел увидеть. Спасибо, Барака, спасибо. Было очень козырно, и ты его мочканул даже этим длинным комбо. Thank you very much. О-оу. Походу мне вафли. Жопа и в этом духе. Так, ребята, ну на секундочку, давайте отвлечемся. Или мы не сможем это сделать. На секунду, реально... Секундочку, я сейчас... так. Форум 4PDA. Кто знает, что за ублюдки играют с никами, оканчивающимися на... Хомяки, короче. И куда можно накатать жалобу, чтобы этих уродов забанили? Выродка с ником Джон Сноу. Ну вы поняли, HOMKX. Походу вообще все таланты включены. Он бессмертный против любой команды. Случайно сегодня прочитал. Последнее сообщение. Увы, их много, их не банят. Просто нужно сразу выходить, как видишь, Хомку. Ребята, как поступим? Красиво проиграем Хомке или выйдем, как пишет чувак с ником Фотограф на форуме 4PDA? И вроде бы ничего страшного в этом шинке нет. Сколько я уже этих шинков нагибал. И вроде бы это тоже не страшный боец. А что? И вообще не все, по-моему, с разных этих, да? Угу. Ребята, он тут собрал всех по максимуму. Спецназ? Преисподнюю? Богов? Да, богов. И внешний мир. Не хватает, по-моему, кого-то одного, да? Мастеров не хватает. Блин, я вот даже не знаю, после того сообщения даже как-то стрёмно включать. А может это не читак? Ладно, проиграем так с песней. Чё поделаем? Как мы это назовем? Ролик будет называться что-то. Ладно, потом. Ух ты, у него жизни забираются. Вы только посмотрите, как они нифигово забираются. Он выполняет первый спецприем и отбирает почти половину жизни, а то и больше. Так, он делает еще разок первый спецприем. Лошара, я тебя тоже читак, у меня все вкачано, меня спасает, блин, этот самый Йокаламене, забыл, как он там называется, щит, короче. Так, он еще раз делает лошара. Ой, бля. Да соси, блин. Ой-ой-ой, да, можно я первый ударю, ну хотя бы раз, ну что за... Как он, сука, падла, нигер, блин. Подряд выполнил 2 спецприема, ну как нас так, и у меня уже зажато было. Не, это не читак, это просто крутой пацан. Это играет живой человек, как иногда пишут. Он просто настолько мега крут, что... Вот там ребята раньше писали, что иногда встречаются живые противники. Это был он. Бля, буду, это он. 3-4 секунды. Дэм. Так, а у меня сколько... Этих самых не хватает еще нам на один разок, да, сыграть? Обыдно, обыдно, блин. А ну, бой, одна битва, сколько там минут ждать? 3 минуты, блин, ну 3 минуты о чем-то с вами разговаривать, это я не смогу. Короче, ребята, блин. Этот ролик я назову... Так, давайте поменяем этого нигера. Так, на кого-нибудь типа Крошки Лю. Хача! Ух ты, вибрирует смартфончик, но это мы потом посмотрим, что там пришло. Я назову этот ролик что-то типа... А, что-то с читером. Я знаю, народ ведется, когда ролик называется про читаков, и это правда. У меня ведь я встретил читака. Я скажу, назову ролик, что я его обыграл, и точно все ломанутся, и будет офигенски много просмотров.
Ну ладно, короче, как бы там ни было, что-то будет с читерами, да, Люкан? Эх, вот так меня поймали в пятой битве, я, конечно, был крут. Не люблю выкладывать ролики, где меня имеют, но что поделать. Ладно, ребята, до скорой встречи, и этот ролик у меня появится хрен его знает когда. Ну, когда-то точно появится. Все, всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.